Ну вот еще одно коротенькое видео для любителей сухпайков. Вот он очередной экземпляр сухпая, как и просили. Это сухпай номер 2. Сейчас посмотрим, что там внутри. Поехали. Это у нас персик и черная смородина. Вкусные очень напитки. Дальше у нас офицерский шоколад. 3 штучки сахарок. Дальше 3 штучки салфетки. Это, естественно, спичечки. Шпик консервированный. Ну, сальце. Рагу из овощей. 3 ложки. Это вот, ух ты. Такого мы еще не ели. Это у нас колбасный фарш. Так, какая-то вкуснятина. Что вот это у нас? Это паштет нежный. Такое уже было в тех сухпаях. Вот, кстати, еще один. Значит, получается, что напитков 3 у нас. Вишня, персик, черная смородина. Дальше яблочное повидло. Это гуляш с картофелем. Это уже интересно. Такого не было. Естественно, вот 2 сорта у нас есть. Галет из разного вида муки. Что это у нас? Каша гречневая с говядиной. Тоже такого не было в том пайке. Фрикадельки говяжьи. В общем-то, тут на говядину налегает. Каша гречневая с говядиной. Фрикадельки говяжьи. Так, пюрешка из яблок. Сырок плавленый, это в том пайке было в семерке. Ну, естественно, кофе. К нему можно сливки. О, разогрев тут немножко другой. Он не в пластике с алюминькой идет, а вот в таком варианте. Ну, я думаю, все то же самое будет. Жвачка. Вот чай. Королевский слон какой-то. Тоже, как бы, видно, поставщик чуть другой. Перчик. Соль. Поливитаминка. 3 таблеточки для обеззаражки воды. Салфетки. Ножик. Ну, естественно, описание и ярлычок. Вот такой паёк. Ну что, по сравнению с тем пайком, тут с семеркой уклон дан на говядинку. Вот. Там были овощи, тут у нас гуляш с картошкой. Тут там была, значит, кашка, господи, каша рисовая, тут каша гречневая. И тут тоже. И тут говядина, а там мясцо. Немножко другой чай, а в общем-то все остальное. И фарш колбасный тоже. Пожадничали, маленький сделали. Вот. А там 2 паштета. Нежный, еще какой-то. Ну, вот такой паёк номер 2. Как будут еще какие-то пайки поступать, я для любителей буду снимать и выкладывать. Я вижу, эта тема интересная. Вот такой индивидуальный рацион питания номер 2. Всем удачи, пока-пока, счастливо!